La pluie sur les carreaux. На улице июль. Вчера было воскресенье. Я поехал в гараж, хотел потусоваться. Там было скучно, вернулся на ЦАО. Поковырялся, наш, блин, тут в компе нашел этот минус, который написал Нагано. Позвонил ему, спросил. Хотел написать песню про любовь. Написал песню про любовь, блядь. Песню про любовь к интернету, русскому хип-хопу. Так что ловите, задроты. Мужчине нравится ненавидеть. Вот что отличает нас от женщин. Надо думать, что на сайтах пишет срать в нете. Ума много не надо, сидя за компом с аватаром. А в жизни, если у подъезда кто-то трется, ты дома, сука, как черт трясешься. Типа на таких хип-хопа, да идите в жопу, интернет-задроты. Вам же в большей массе нет 20. Почти все кричат, я МС. Вы не МС, слышь, вы пиздюки, бля. Говнорэперы обосрали всех, батю, басту, но из-за кассы КРП или трюка, лигу, Анта и Дефу Васю. Но по нам не пройдетесь, нам похуй на дураков. Так что, суки, все утретесь. Зависть, вот что вас толкает на говно. Если кто-то вылез, вам нехорошо. Вы слюны плюете хором, восклицаем, о, попса. Попса, попса. Когда они работали, уже вас папа только выжимал с конца. Чего вы возникаете, чего добились сами? Галимые текста читая на кухне своей маме. Она с друзьями скажет круто, повесик нет, тебя засрут, бля. Такие же дебилы, как и ты. Запомни, что бухло и дурь не делают с тебя МС. Так что не пизди, сучи стая, не пизди. Заебали, чё за муда дисы? Он отцов в клетке, у меня живут две крысы. Стима Драго, еще Айвенга заведу. Подкину туда самку и Тимой назову. Теперь давайте, только не скулите. Хотите дисти, бляди, хотите просто промолчите. Потому как вы фальшивое говно, я клал на ваши строки. Я не отвечу, мне все равно, бля. Мне все равно, блядь, с вами Шепелявый Стаха из группы Центр, который не умеет писать, не умеет читать, вообще нихуя не умеет, кроме того, как курить дури, жарить кур. Вообще правильно, рыбчина по-любому будет качать. Если вам что-то нравится, слушайте, не нравится, не надо гнать и засирать сразу, люди стараются. Хип-хоп, революция, она уже рядом. Сосите хуй, суки, зал рекордс, ёба, я, это Slim Records. Эй, уроды, ну что у вас за мода? Я дам тебе в рот, выебу тебя в жопу. Вы чё, латентные походом? У меня стоит на баб, у вас стоит на мужиков. Шо? Шо меня парит? Шо какой-то малолетний валенок не одупляет? Шо впариваешь? Втаптывая в грязь громкие рэп имена. Ты опустил себя и не поднимешься никогда. И сколько ни старайся, на тебе клеймо. Серёгой на гастролях пей гэнгста, no more. Ты ему пишешь тексты, но его шо не катит? Шо за Эвенга из колхоза красный? Все ваши туси, сидеть бы в Беларуси, ну, и записывать частушки на студии по Бруське. Хотите уважения, его не заработаешь. Нет. Диссами и R&B-шной байботой. Я не придумывал имя, чтобы сказать об этом, заявляя, что другого рэпа нету. И не пишу диссы, не похуй на флоу и скиллз. И ваши батлы мне до пизды. Вообще, блядь. Вообще до пизды, блядь. Бах-бах, кролик из решетили. По-моему, есть пища для размышления. Короче, это Бнусавый Слим из группы Центр. Вам зачитал свой, хуй знает, первый батловый трек. Но у меня нихуя не вышло, конечно же, потому что я не МС, я не умею фристайлить. Я вообще нихуя не умею. Но вот мы нахуй рвем почему-то всех вообще. И гастарбайтеры, купите себе обратный билет на родину. Вас там, наверное, уважают и любят. Я знаю, что вас там ждут. Колхоза. Но здесь эта хуйня не катит, отвечаю. Москва. Москва. Мы город Москва, бля. Мы центр. Пошли в жопу, уроды, бля. Я знаю, что эти нигеры никого не пришили. Нет, они зашуганные. Эти нигеры ни в кого не шмаляли, не сидели в тюряге за мокруху. Какие же они крутые. Это взрослые дела. Ты можешь пострадать. Возьми конфеты, велик. Найди себе друзей. Понял? Чёртовы дети.